В одиннадцатом классе вы попали э, на конкурс красоты в Киев. Да. А как вы туда попали? Мамина знакомая отправила мои фотки, потому что моя мама, она так не очень любила меня выпячивать. И все говорили, там, у тебя красивая дочка. И она всегда это при мне говорила, типа, не обычная. Может быть, иногда я говорю, мам, надо было, наверное, иногда мне говорить, что я какая-то там красивая, может, у меня самомнение побольше было, да. Но она, она говорит: ну, я не хотела тебя испортить, и не хотела, чтобы сглазили. И вообще, ну, короче, лучше вот так. И думаю, что мама моя не хотела, чтобы отслали фотографии. Это просто вот так подруга решила. И мы поехали.